Никогда не думал, что буду заниматься музыкой. Однажды, в один прекрасный момент, я очутился в одном месте, где неподалеку играл барабанщик. Я услышал этот ритм, не мог даже пошевелиться, потому что я стоял и просто слушал, как это звучало. И я понял, что ритм имеет на меня очень серьезное воздействие. И я решил попробовать. Я добрался до барабанов, и у меня сразу полилась музыка. Я реально играл ритм. Я пошел в грув. Так произошло первое мое знакомство с музыкой. В аранжировках я очень четко чувствую ритмику. Я уже вижу сессию музыкальную аранжировку немного по-другому. То есть я не могу сказать, что я отталкиваюсь от барабанов, но, по крайней мере, грув, ритм секции и даже ритм инструментов играет для меня особую роль. И это мне очень помогает в создании музыки, аранжировки. Я даже музыку пишу, сочиняя уже с другим взглядом уже получается, нежели другие люди. Нужно учиться петь. Если я хочу, вот я, например, хочу ритм какой-нибудь записать, думаю, с чего мне начать? Я сразу думаю так, какая будет примерно песня? Я сразу начинаю... И погнали. И сразу пошел бас. Я уже слышу бас, я уже сразу бас пою. Вот. И в голове я уже начинаю складывать, там, например, уже бас, барабаны. И потом поехали там в следующей партии. Да, и вот это я пою, и я могу быстро это записывать. Узконаправленность. В медицине это полезно, в музыке это во вред. Композитор, музыкант или аранжировщик, он должен быть настолько универсальным, он даже не должен задумываться о стиле направления. Он должен делать то, что он конкретно хочет, и то, что он, на что его тянет. И тебя ничего не должно ограничивать, никаких рамок не должно быть. Формат приложится. Я обслуживаю клиентов, которые приходят, и их материал мне действительно нравится. Или мне приходит по вкусу то, что они делают. Вот это мой клиент. Есть два вида аранжировщиков, или саунд-продюсеров, или как сказать еще. Одни, которые конвейерщики, производительность по количеству у них больше, как обычно практика показывает. Но качество и действительно КПД на самом деле, конечно же, у тех, кто делает в свое удовольствие. Во всем мире люди ценят изюминку, то есть индивидуальность. За изюминку в музыке нужно нырять, как за жемчугом. Это пропасть, но туда нырять надо.